потому что у нас еще будет преимущество такое, что если пойдет зал, а гитары слабо будет. А мы будем работать в этом значении. Условно говоря, вот, примерно, дай бог, так будут работать их мониторы. Вот. Раз, два, раз, два. Я думаю, тебе частоту коррекции никакой не нужно, пусть у тебя линейка будет и все. Саксофон я вроде хорошо отчистил, вокал тоже нормально. Там не сыпать. Лавка обрезан. И все, у меня будет работать. Не понял. Потише думаешь? Ну терминвокс нам там только хуже сделать. Он постоянно делает, я же это. Вторая песня будет про элефант. Как раз можно это дудеть. Страшно.